Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Кинофрэш», который сегодня будет посвящен экранизации произведения Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», а также мы вспомним другие фильмы с эпичными актерскими составами. Так что приготовьтесь, все самое интересное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. Главная премьера недели – это «Убийство в Восточном экспрессе» от Кеннета Браны. Вы не против, если я к вам подсяду? Вы всемирно известный детектив Эркюль Пуаро. 1934 год. Знаменитый сыщик Эркюль Пуаро садится на фешенебельный поезд из Турции во Францию. Ночью одного из пассажиров убивают, а лавина преграждает дальнейшее движение поезда. Теперь у Пуаро есть время на обстоятельное расследование. Убийца находится в поезде среди нас. И все вы под подозрением. Романы британской писательницы Агаты Кристи – одни из самых экранизируемых в мире, и к 2017 году поток фильмов по книгам даже и не думает иссякать. «Убийство в Восточном экспрессе» тоже не раз переносили на киноэкраны, и самой удачной, наверное, является версия от классика мирового кино Сидни Люмета 1974 года. Ну а уже в 2017 нас ждет настоящий гала-концерт с участием звезд мировой величины. Что ж, надо найти убийцу. В моем купе ночью рылся какой-то мужчина. Вы уверены, что именно мужчина? Я знаю, что такое мужчина в спальне. Что вы знали о покойном? Не надо ее впутывать. У него были враги? Множество. В главных ролях здесь Джонни Депп, Мишель Пфайфер, Уильям Дефо, Пенелопа Круз, Джош Гад и, конечно, сам Кеннет Брана, который помимо роли Эркюля Пуаро еще и сел в режиссерское кресло. Настоящий убийца здесь. Это кто-то из вас. Вокруг одна сплошная ложь. Я лягу спать здесь, чтобы все видели меня. И чтобы я всех видела. Кто держал в руке нож? Для читавших книгу и знающих развязку истории, кино наверняка будет интересно с точки зрения любимых актеров. А вот остальные наверняка сполна оценят детективный гений Эркюля Пуаро. Впрочем, без недовольных, как всегда, не обойдется. «Убийство в Восточном экспрессе» под подозрением каждый. Никому не доверяйте. Никому. Друзья, снова мы в зеленом зале кинотеатра «Родина» и уже готовы обсудить главную премьеру этой недели «Убийство в Восточном экспрессе» от Кеннета Браны. И у нас в гостях блогер, киноман, фотограф Оксана Мамонтова. Привет. Здравствуйте. Жанр детектива. Тебе вообще близок? Да, очень близок. Я огромная поклонница Шерлока Холмса, всей вот этой вот истории, такого традиционного английского детектива даже. Угу. Агата Кристи, ну это тоже, да, наверное, из этой серии. Как тебе фильм в итоге? Вот общее впечатление, самое общее. Честно говоря, мне понравилось. Но я не рассматривала его с точки зрения, как они экранизировали Агату Кристи, или похож ли этот Пуаро на того Пуаро. Я никогда... А какой тот Пуаро? Нет же такого там прям суперканона? Не, ну почему? Он же был когда-то, как мы привыкли видеть Пуаро в сериале. Он же был совершенно другой, да. Но я не рассматриваю фильмы, которые выходят на экране, с этой точки зрения. Мне вообще кажется, это глупо. То есть человек, который приходит и говорит, так, вот я там посмотрел, это не похоже на книгу, это неправильно. Или вы знаете, в этом поезде, который там работает на дровах, не может работать свет. Ну, то есть вот, да, вот эти глупости я каждый раз, ну, людям пытаюсь как-то оппонировать и говорить, что на самом деле это же художественная импровизация. Это практически как вы в театр пришли. Допущение такое, в принципе. Да, и вы пришли в театр, и там, не знаю, в театре падают снежинки, и вы же не можете сказать, почему актеры на сцене не мерзнут. Так почему вы это фильмы предъявляете в конце концов, да? То есть мы смотрим на видение режиссера, на то, как поработали операторы, художники, гримеры, актеры. И я рассматриваю фильм именно с этой точки зрения. По-моему, он очень красивый получился, во-первых. С этим не спорю даже.
То есть там просто, там каждый кадр можно на стенку просто повесить. Мне вообще нравится очень эта поездная эстетика, скажем так, когда вот эти все там поршни, какие-то паровозы, дым такой, и вот длинные планы железной дороги, это вообще было очень вкусно так снято, что реально самому хотелось сразу. Причем самое удачное сочетание цветов даже, с точки зрения фотографии, да, синий, желтый, там вот это вот в сумерках все это передвижение. И мне кажется, совершенно потрясающий подбор актеров, потому что... яркие персонажи. И я еще как преподаватель, как медиатренер, да, телешколы, я любовалась персонажами, потому что я детям всегда говорю, вам надо быть персонажами, вам надо стать такими, чтобы про вас можно было сказать какие-то форматные признаки, да, то есть этот человек, он почему такой, да, он так, он выглядит таким образом, у него там есть свои капризы. Мне очень понравилось, как режиссер создал персонаж самого вот этого... Эркюля Пуаро. Самого себя. Самого себя, по сути, да, которого и сыграл. Потому что он не был в книжке таким, не был таким в сериале, но тут он стал совершенно каким-то таким немножко сумасшедшим, но это так очаровательно, да. И все вот эти какие-то тонкости, да, что он был такой чокнутый, что он всегда там хотел, чтобы ему на завтрак приносили совершенно одинаковые яйца, там какие-то вещи. Чтобы галстучки у всех были ровненькие. Чтобы галстучки такие. Были. Что он такой перфекционист, на самом деле, что он там разгадывает преступление, потому что он просто видит мир совершенным, и когда там что-то несовершенное, значит, это уже преступление. Да. Это потрясающе, на самом деле. Но при этом, видишь, в конце перед ним встала такая моральная дилемма, которую вот он разрешил, ну, давай будем так говорить, другим способом. Вот что у него надломилось, почему так, думаешь, произошло? Тут же еще был момент, когда он весь такой самоуверенный, он же говорил, я самый крутой сыщик я в мире. Я вот тут вообще не понимаю, типа, а вы кто такой? Я самый лучший детектив в мире, думаешь. Что это такое, да? Но это тоже прикольно, потому что человек, который говорит, я самый крутой, у нас же есть такие люди. Но он не Элвис Пресли же, я не знаю, который говорит, что он король. Не, ну это же в кино оно все утрировано. У нас в жизни тоже такие есть люди, в Уфе есть такие люди, по которым на лице у них написано, у тебя были в гостях такие люди, на которых на лице написано, я самый крутой. Но факт в том, что они показывают, как у этого самого крутого человека в мире в какой-то момент происходит переворот в голове, он понимает, блин, я не самый крутой, оказывается. И в конце, наверное, это очень была классная вот эта вот его такая драматическая какая-то, да? Такой надломчик небольшой. Надломчик такой, да. Что делать? Быть справедливым, да? Или пойти по зову сердца, или там по уму, как это все сделать? Это было красиво. Пожалуй, я величайший детектив в мире. Хороший ли получился детектив от людям, которые не читали книги, но любят этот жанр, например, или просто неподготовленные пришли, и вот сели, хотят, чтобы их развлекли вот так, чтобы у них какие-то извилины закрутились в голове. Да, так как я, кстати, не помню самого вот этого романа и не помню, что было, кто там убийца и так далее, я сидела и там всматривалась в лица натурально, то есть думала, так, кто же убийца, там вместе с ними играла в эту мафию, и думала, ага, вот сейчас я поняла точно. Но... показатель хорошего детектива – это когда тебя до конца держит. То есть ты вот он уже открыл. А, нет, оказывается. И до самого конца фильма ты не понимаешь, кто на самом деле. И им это удалось, на мой взгляд. С каноном, если сравнить, не с каноном, а вот с сериалом, который помнишь, или там с фильмом, который там 70-х годов, в чью пользу вот именно персонаж Пуаро? Тебе понравилась нынешняя трактовка? Мне понравилась нынешняя трактовка. Там он был какой-то, не знаю, не то что рафинированный, он был... Слишком скучный. Академичный слишком, такой. Слишком, да. Такой академичный, скучненький такой, какой-то там сыщик. Вот мне кажется, как наш какие-то полицейские, да, там пришел такой следачок, там что-то написал. Не знаю, вот Вася такой. Рогов вот из «Убойной силы», мне кажется, раскрыл бы это дело. Вася Рогов раскрыл. Но это реально персонаж. То есть они, по сути, сделали из этого что-то похожее на сериал «Шерлок». Да, если сравнить с «Шерлоком», как там Бенедикт Камбербэтч, он же тоже такой прям вау, какой странный. Хотя в книжке он совсем не такой. Ну, собственно, сейчас эра фриков, людей, ну, в кино. И актеры все, ну, то есть вот эти все персонажи там, которые были в поезде, они же тоже все такие фрики, да, которые там, каждый из них врет, у каждого есть свой какой-то образ. И мне еще очень понравилось с точки зрения психологии, насколько люди в этом фильме говорят друг другу правду. То есть мы все как-то привыкли в жизни что-то скрывать, там какие-то свои эмоции, бояться показать себя собой. А там люди прям в лицо говорят, там, да, ты мне не нравишься. Или, да, вы мне тоже не симпатичны. Может, времена такие были? Это же какие там 40-е, 30-е годы? Мне кажется, это очень хорошо показано, как оно, наверное, должно быть. Потому что у нас сейчас время лицемеров, да, особенно учитывая там нашу какую-то местную медиатусовку, все такие улыбаются, целуются и так далее. Учитывая вообще, типа, там, развитие интернета и соцсетей, вообще, когда все привыкли прятаться за аккаунтами, назовем их так. Все привыкли улыбаться, потому что как бы всем это выгодно, все там друг друга знают, а вдруг он там мне пригодится. И все боятся друг другу высказать реальное мнение. А в фильме прямо они друг другу говорят. Нет, я сам всех люблю, такие замечательные. Настоящий убийца здесь. Это кто-то из вас. Ты говоришь, вот
классное деление на типажи. Кто вот больше всех приглянулся? Мне очень понравилась вот эта вот дама, блондинка, как она, лет 60. Которая пыталась Мишель Пфайффер? Всех зам... Да, ну, в общем, вот она мне больше всех понравилась. Она была самой яркой, и там и какое-то у нее такое было в конце очень интересное какое-то перевоплощение, немножко другую женщину. Угу. Это было здорово. В моем купе ночью рылся какой-то мужчина. Вы уверены, что именно мужчина? Я знаю, что такое мужчина в спальне. И мне понравилось еще, как был отыгран персонаж Джонни Деппа, он был такой колоритный. Его бухгалтер. Учитывая, что с Джонни Деппом сейчас вообще в целом проблемы там, в личной жизни, там, в кинокарьере, что вот да, больших не ролей не дают, а все фильмы, где он играл главные роли, они проваливаются в прокате, поэтому сейчас голливудские продюсеры даже боятся его брать, на самом деле, на главные роли. Ну, хотя риск взять там на второстепенную роль, как здесь, как бы никакого, по сути, не было. Хотя он на постере нашем, он прям вот первое лицо. Ну, потому что, как бы... Не, ну, зато, когда девочкам говоришь, что в фильме Джонни Депп, они такие, Джонни Депп, и все идут на фильм. А вы невиновны? А вы забавны. Кому ты посоветуешь посмотреть этот фильм? Какая у него главная аудитория? Я думаю, что если опять туда придут всякие мужчины-скептики, они опять начнут там говорить. Так, ой, на что намекаешь? Поезда так не ездят, фары так не горят, актеры так замерзнут. Ну, вот это вот весь скептицизм мужской, это, конечно, с ним немножко сложно бороться в данном случае. Со мной так же было. Да, ну и с тобой. Мне кажется, что аудитория это молодая и все-таки девушки. То есть это не тот мужской фильм, где там именно там всякие какие-то перестрелки, приключения, суперспецэффекты и так далее. Все интеллигентненько так, все. Да, там в стиле такого, красивой такой какой-то, может быть, английской сказочки. В общем, друзья, если вы хотите окунуться в атмосферу английской сказочки, как сказала Оксана, ну или просто насладиться довольно-таки качественным детективом, посмотреть на Эркюля Пуаро в его новом обличии, оценить суперзвездный актерский состав, то сходите обязательно на этот фильм от Кеннета Брана, я думаю, вы не останетесь разочарованными. А кто вы такой? Сегодня уже не раз звучало, что в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» собралось огромное количество звезд так называемого класса А, первых лиц Голливуда, и потому после обзора и обсуждения этой картины, на котором я, к сожалению, не присутствовал, мы предлагаем вам нашу подборку фильмов с впечатляющим актерским составом. Открывает наш список «Реальная любовь» Ричарда Кертиса. Если присмотреться, возникнет подозрение, что любовь реальна повсюду. В далеком уже 2003 году, когда так называемые «альманахи» еще не были модным явлением, британский режиссер Ричард Кертис, сценарист таких хитов, как «Четыре свадьбы, одни похороны», «Мистер Бин и Ноттинг-Хилл», в канун Рождества решил выпустить фильм о любви. Ну, мы только лишь изменили слово «любовь» на «Рождество». По легенде, у него было столько задумок для ромкомов, что он решил объединить их всех в одну ленту и посмотреть, что получится. Результаты говорят сами за себя. 246 миллионов долларов сборов в мировом прокате, высокие рейтинги критиков и признание миллионов зрителей. Я ее люблю, а настоящая любовь не ржавеет. Конечно, для успеха ленты необходимо множество составляющих, и отличный сценарий Кертиса здесь сыграл свою роль, но реальную любовь помнят прежде всего по актерам. В ленте занят почти весь цвет англоязычного кино. Хью Грант, Билл Найи, Эмма Томпсон, Алан Рикман, Колин Фёрт, Лиам Нисон, Кира Найтли и еще с десяток звезд мировой величины. Все они в своих маленьких новеллах доказывают нам, что любовь действительно правит миром, а пол, возраст и другие различия между людьми абсолютно не важны. Я буду ждать тебя в темном углу в надежде на поцелуй. Картина Ричарда Кертиса – идеальное кино для семейного просмотра в новогодние праздники. Но если очень хочется, то можно не ждать полтора месяца и окунуться в реальную любовь уже сейчас. Пока не идут титры, есть шанс. И продолжает наш список уже классика нуара «Город грехов». Если в городе грехов знать, куда завернуть, то найти можно все, что угодно.
В 2005 году экранизация нескольких томов комиксов из серии «Город грехов» получила техническое гран-при Каннского кинофестиваля, и это было как никогда справедливо, ведь подобного зрелища до тех пор не видел никто. Гипертрофированный нуар с геометрической точностью, повторяющий панельки из комикса, буквально ожившие черно-белые истории с реками крови о любви, жестокости и мести. В воздухе чувствуется напряжение. Она мягкая, теплая. Почти невесомая. Режиссерами проекта выступили Роберт Родригес, сам создатель серии Фрэнк Миллер, а также Квентин Тарантино. И «Город грехов» стал одной из лучших работ для каждого из них. Структура из четырех новелл дала создателям максимальные возможности каста и создание сразу нескольких актерских ансамблей. В прологе и финале фильма вас ждет Джош Хартнетт. В истории о желтом ублюдке сыграли Брюс Уиллис, Майкл Мэдсон и находящаяся на пике популярности Джессика Альба. А я уже решила, что ты забыл обо мне. В большой смачной резне блистают Клайв Оуэн, Бенисио Дель Торо, Розарио Доусон, а также ныне покойный Майкл Кларк Дункан и Британи Мёрфи. Ты меня дразнишь, милая. Ну и в лучшей истории, на мой вкус, «Тяжелое прощание» нашлось место для Джейми Кинг, Карла Гуджина, Элайджи Вуда, Рутгера Хауэра, самого Фрэнка Миллера и суперколоритного Микки Рурка. Я буду играть по своим правилам. Сиквел «Города грехов» вышел слишком поздно, аж в 2014 году. И потому вау-эффект от просмотра испытали немногие. Но актерский состав второй части также весьма впечатляет. В «Город грехов» приходят с широко открытыми глазами. Или не приходят вовсе. Отступники Мартина Скорсезе. Ты до сих пор коп? Нет! Поклянись могилой своей матери, что ты больше не коп. Я не коп, твою мать! Не обошлось в нашем списке и без мэтра мирового кино Мартина Скорсезе, который в 2006 году выпустил фильм, наконец-то принесший ему режиссерский Оскар. Поздравляю со сдачей экзамена на должность детектива и добро пожаловать в отдел специальных расследований. Радость и полные штаны. История о двух агентах под прикрытием, один из которых внедряется в полицию, а другой в мафию, сразу завоевала любовь киноманов по всему миру, не в последнюю очередь благодаря суперзвездному актерскому составу, перечислять который одно удовольствие. Лео Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстон, Вера Фармига и даже Алек Болдуин на закуску. Обычно он бывает очень милым. Не судите его по одному поступку. Трудно найти фильм с таким же выдающимся актерским ансамблем, правда, никто из них «Оскар» в том году так и не получил. В среде киноманов до сих пор не утихает спор, какой фильм лучше – «Отступники» или гонконгский хит «Двойная рокировка», на котором и основана лента Скорсезе. В азиатской версии гораздо больше драйва, но американская гораздо сбалансированней, да и на знакомые лица всегда смотреть приятней. Не вдаваясь в детали, скажите, у вас рядом с Костелло есть свои люди? Может быть. А может и нет. А может, пошел ты? Далее удивительный и эксцентричный отель «Гранд Будапешт». «Гранд Будапешт» превратился в казарму. И я больше никогда не переступлю его порога. Я тоже. Эксцентричный техасец Уэс Андерсон – один из самых оригинальных и самобытных режиссеров современности. Каждый его фильм, будь то история первой любви, пародия на Жака и его Кусто или мультфильм про Лиса, становится заметным событием и собирает вокруг себя массу ценителей и настоящие фандомы. А всевозможные звезды разной степени важности с радостью соглашаются на главные и не очень роли в его историях, разворачивающихся в уютных кукольных мирах. Большое спасибо. Всегда пожалуйста, мсье Густав. Но картина «Отель Гранд Будапешт» побила всевозможные рекорды по количеству звезд на квадратный кадр. В 2014 году даже ходила шутка, что во время сеансов фильма количество возгласов «О, это же этот» достигло абсолютного максимума. И совершенно неожиданным образом. Вокруг блистательного Рейфа Файнса, играющего обаятельного консьержа месье Густава, выстроился феерический актерский состав, в который вошли как и давние соратники режиссера Оуэн Уилсон, Джейсон Шварцман, Уильям Дефо, Джефф Голдблюм и Эдриан Броуди, так и актеры, работавшие с ним в более поздний период – Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Харви Кейтель и Тильда Суинтон. Боюсь, что, возможно, мы видимся в последний раз. Да почему же в последний? Я не могу объяснить, но я это чувствую. А также те, кому удалось поработать с Андерсоном впервые: Джуд Лоу, Ф. Мюррей Абрахам, Том Уилкинсон, Сирша Ронан и Лея Сейду. Стакан воды без льда, пожалуйста. Мимо, месье Густав,
Et aussi, monsieur Serge, je voudrais vous parler en privé dans son bureau, s'il vous plaît. Но и помимо звезд в картине есть на что посмотреть. Именно поэтому он стал лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл на Золотом глобусе, получил 4 художественных Оскара и еще 5 номинаций, включая лучший фильм. Вы, месье Густав, из гранд-отеля «Будапешт» в Небрисбаде. Ага. Облачитесь и пойте. Перенесемся в Россию 90-х. Ультиматум Анатолия Эйрамджана. А мне нравится этот ультиматум. Я за. Единственную русскую квоту в нашем списке мы решили отдать малоизвестному фильму Анатолия Эйрамджана «Ультиматум». Еще тот протест. Ого-го! Шахтеры бастуют, военные атомщики. А что бы больные? Хотя, по идее, на его месте должна была оказаться лента «Юбилей прокурора» от Михаила Кокшенова, которую в полной мере можно назвать трэш-капустником с элементами хоррора и суперзвездным актерским составом. Но мы решили пожалеть ваши глаза. А вот и золотая теща нашего юбиляра и ее бойфренд. Бриллиантовая. Вернемся к «Ультиматуму». По старой доброй традиции он вышел сразу на ТВ и пиратских видеокассетах, однако о фильме все равно мало кто знает. А тем временем лента Анатолия Эйрамджана, режиссера знаменитого «Где находится Нофелет», поднимала важные вопросы на стыке эпох. Как жить при капитализме? Так ли плохи новые русские? И, наконец, что делать с коррупцией? $50 на полу у нас не валяются, тем более при таком курсе. Все действие ленты проходит в больничной палате, а главные роли здесь исполнили настоящие суперзвезды еще советского кино. Александр Панкратов-Черный, Михаил Кокшенов, Леонид Куравлев, Борис Щербаков, Любовь Полищук, Галина Польских и многие другие. Наш ультиматум поддерживает все эндокринологическое отделение и чуть не половина хирургической. Привет, Ваня. Вручили ультиматум? Да, лично в руки. Вместе они разыграли смешную и трогательную историю о забастовке пациентов кардиологического отделения больницы, которые требуют пустить воду в дворовом бассейне. А что, очень большой бассейн? Нормальный, длинный, глубокий. А струйка как из нашего крана. Ага. Да, в 2017 году лента выглядит слишком наивно, но иногда в суете 21 века так хочется вернуться в теплые ламповые 90-е. Бассейн – повод, как убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Да. А причин для ультиматума у нас у всех больше, чем достаточно. Да. И завершает нашу сегодняшнюю подборку, наверное, самая эффективная кинокоманда по части ограблений – 11 друзей Оушена. Перемотайте запись на сцену ограбления. Если говорить о фильмах с суперзвездным ансамблем, то 11 друзей Оушена почему-то всплывают в памяти автоматически. Главные актеры своего поколения собираются на экране, дабы разыграть ремейк эталонного ограбления, который уже проворачивали на экране Фрэнк Синатра и его крысиная стая. Причем делают это еще более стильно, мужественно и элегантно. В экранную команду Дэнни Оушена в исполнении Джорджа Клуни вошли универсальный аферист Брэд Питт, карманник Мэтт Дэймон, карточный шулер Берни Мак, мастер взрывов Дон Чидл, сумасшедшие водители Кейси Аффлек и Скотт Кан и ряд других мошенников высочайшего уровня. Зачем столько? Так, навскидку, свой человек в казино, спец по машинам, напористый негр, несколько лжепридурков, человек, способный разжалобить, и лучший электронщик. Их противником стал Терри Бенедикт в исполнении Энди Гарсия, ну а жену Оушена Тесс сыграла Джулия Робертс. Разве до тебя не дошли бумаги о разводе? Поверьте мне на слово, в 2001 году собрать на экране более звездную и элегантную команду было бы просто невозможно. Ставлю десятку, не сможет. 20. Во второй части комплект дополнили камео Брюса Уиллиса, Венсан Кассель и Кэтрин Зета-Джонс, которую вместе с Джулией Робертс в триквеле заменили на Али Пачино и Эллен Баркин. Спустя 10 лет после завершения серии можно смело сказать, что трилогия о друзьях Дэнни Оушена – это один из самых легких, приятных и увлекательных образцов добротного развлекательного кино. И если вы по какой-то причине пропустили ее, то теперь вы точно знаете, чем заняться в ближайшие выходные. Получил 13 миллионов, а за мной приехал на этой развалюхе. Вот и все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Надеемся, вы выбрали картину себе по душе и как следует проведете ближайшие выходные. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, а также не забывайте посещать сайт utv.ru. С вами была программа «Кинофрэш». Увидимся в кино. Пока!